Где вы были в вечер убийства Стрижак? Так. Значит, у нас когда было? Воскресенье. Угу. На даче. С женой? Нет, один. Кто это может подтвердить? Может быть, сторож в поселке, продавец в магазине. Кто мог вас видеть? Да почему меня кто-то должен был видеть? Вы на джипе на дачу ездили? Нет, на служебный. Дело в том, что в вашем джипе нашли следы крови. Железная логика. Кровь. А может, я сам порезался? Александр Борисович, вы, пожалуйста, меня не перебивайте. Предварительная экспертиза установила с точностью до 95%, что кровь Людмилы Стрижак. А вот я вам даю 100%, что ее крови в моей машине быть не может. Хорошо. Хорошо. Тогда дождемся результатов экспертизы. Угу. Скажите, а у вас были интимные отношения со Стрижак? Чего? Вы сумасшедшая. Наталья Константиновна, разрешите обратиться? Не разрешаю. А, вот он. Ну что сидим? Мне что, опасного рецидивиста в одно лицо задерживать, что ли? Рецидивиста этот? Угу. Так может, подкрепление? Рацию не слюнявь. В случае чего тебя тетя Наташа своей грудью прикроет. Гражданин! Привет. Привет. А ты как тут? Это ж не твой район. Да вот соседям приехал помочь. Сообщили о злостном хулигане на автостанции. По приметам вылет пипи. Какой же я хулиган? У меня серьезные статьи, элитное злоупотребление положением, взятки в особо крупном. Слушай, у меня автобус через 5 минут. Опоздаю. Куда это ты намылился? А в новую жизнь. Ух ты, у него семья, жена, а он в новую жизнь. А меня вот последние сутки все убеждают, что нет у меня ни жены, ни семьи. Гражданин, документы. Наташа, кончай цирк, а? Документы, я сказала. Помощь нужна? Ну, а как же? Вот гражданин отказывается документы предъявлять. Оказывает сопротивление сотрудникам полиции. Ругается, сквернословит. Да кто ругается-то? Угу, в машину его. Наташа! Не, ну ты тоже полегче там, котик. Не, ну что ты? Аккуратно, аккуратно. Молодец. Ой. Похоже, все сходится. Это Дорман. Следы крови в машине, отсутствие алиби на момент совершения преступления. Ну, хорошо, хорошо. Ну что ж, отпускаем твоего любимчика Батова? Добилась своего? Нет. Нет, пока остается вероятность, что они могли вместе убить Милу. Нужно еще раз допросить Батова. Можно я? Понимаешь, Ангелина, ведение допроса – это тоже, можно сказать, искусство. Ну, пусть она попробует. У нее взгляд другой. Может быть, она заметит то, что мы пропустили. Я пошла. Иди. Да ты у нас Латышева педагог. Макаренко. Здравствуйте. Привет. Я опять к вам. За что прята? Надеюсь. Посмотрите фотографии. Посмотрю. Я, правда, не фанат вашей конторы. Но девчонку мне жалко. А это не он. Вы уверены? Стопудово. Этот какой холеный. Тот же полярник. 25 роз. Полный отстой. Настя, у нас проблемы. Да. Да, я поняла. Спасибо. Цветочница не опознала Дормана как заказчика цветов для Стрижак. Получается, он с ней не спал. Но вообще есть у него другой мотив. Он вместе с Батовым мог переусердствовать и за день. Да и что, опять по кругу? Ну тогда я не знаю. Настя, а Витя-то зайдет нас проведать? Какой Витя? О, какой наш Витя? Да ладно. Я Лихова встретил из собственной безопасности. Говорит, вернулся Витя.
и даже воссоединился с семьей. А мы-то ничего и не знаем. Как пацан-то, рад? Да, рад. Ну, конечно, отец же. А вы как с ним? Соскучились же, наверное. Ну, 2 года – это не шутка. Настя, в порядке? Да все хорошо у меня. Все у меня отлично, просто прекрасно. Вы проверили служебную машину Дормана? А что проверять? Понятно, что он врет. Может, вы все-таки начнете работать, а? А не только ржать, бухать, жрать и баб голых в интернете смотреть, а? Не мужики, а... Знаешь, майор, всему есть предел. Я понимаю, женщина, нервы. Но я так работать не буду, это ясно? Да ты и не работаешь. Все, грозился рапорт написать, чтобы под бабы не ходить. Давай, пиши. Ты знаешь, идея. Да я только рада буду. Я тоже последую совету. Витя, привет. Настя, что? Ты только... Что? Тебе тоже, может быть, что-то не нравится? Хотел тихонечко до пенсии досидеть? Давай вперед со своими друзьями. Молодец, Настен. Круто начала. Давай вперед, продолжай. То есть Дорман и Мила любовники, и мы с Саней убили Милу. Не смешно. Ой, простите, я просто... Слушайте, Дорман помешан на Ольге. Мы даже когда заказчиков развлекали, ну там баня, девочки, он никогда не участвовал, так что вы, моя хорошая, ошибаетесь. Дорман был там же, когда вы ее похитили. Слушайте, не было никакого похищения. Подождите, а где был Дорман? Вот, смотрите. Его машина. Вот же Саня, гад. Значит, это он, подстава. Продолжайте, продолжайте. Пишите, девушка, пишите, милая, я сейчас вам все расскажу, я все понял. Значит, он давно меня хотел из бизнеса выкинуть. И так заходил, и этак, мол, продай долю. Так это же он меня подговорил Милу припугнуть. Мы с ним сидели, обедали. Он говорит, подавай на Милку в суд. Я говорю, у меня даже бумаги нету, расписки, никакого основания нету. А он говорит, ты ее на ГЭС отвези и поговори с ней, как мужик. Ну, я и поехал. А он, сволочь, за мной. И убил. А че? Я сажусь на пятнашку, весь бизнес его. Молодец, Саня. Парень-то есть? Вы предлагали Батову выкупить его долю? Предлагал. Это что, преступление? Нет. Так давно знакомы. Чего вдруг захотели расстаться? Времена изменились. Олег хороший парень, но он не развивается. Сейчас мало просто клиентов болтать. Я не знаю, болтать надо на другом уровне. Он в последнее время мешал больше, чем помогал. И что, он согласился? Нет. Почему? Он захотел больше, чем его доля стоит. Видите, как все удачно получилось, правда? В смысле? Батов садится. Бизнес ваш. Мил, конечно, жалко, но вы же, по-моему, не входили в число поклонников, да? Ну хватит, а! Сядьте! Сядьте! Вот результаты экспертизы. Кровь в вашей машине принадлежит Людмиле Стрижак. А вот распечатка с записи, как вы следите за Батовым во время похищения Милы. Про мотив я вам рассказала. Что, недостаточно? Александр Борисович.
Где написать? Что написать? Что я ее убил. Ну как? Признался, пишет. Отлично. Забыла. О, спасибо. Тебе звонили несколько раз. А, учительница Тёма звонила. Спасибо. Трубку не берет. Я поеду, ладно? Так, тихо, тихо, спокойно! Убивай! Ой, здравствуйте, здравствуйте, Анастасия Дмитриевна. Вы не волнуйтесь, все хорошо. Тёма забрал папа. Как папа? Подождите, куда забрал? У Артема появилась сыпь. Моя сестра сказала, надо срочно врачу показать. Вы до вас не могли дозвониться. Артем позвонил папе. Так, когда это было, а? Полчаса назад. А что случилось-то? Извините. Алло, Сергей, помоги. Слушай, Виктор Тёмку забрал. В смысле забрал? Из школы забрал. У Тёмы телефон не отвечает. Можешь номер пробить, а? Казанская, 9? Что там? Я не помню. Ну, ты конкретнее можешь, Сергеич? Все, я поняла. Тёма! Держи рюкзак. Мам? Что с ним, а? Да не волнуйся, просто аллергия, антигистаминный препарат. Да нет у меня никакой аллергии. А еще просили избавиться от источника заразы. У вас же собака? О, уже нет. Язык, покажи мне. Мам! Пап, скажи ей, что… Ты извини, что мы тебя напугали. Пока ехали в машине, не могли дозвониться, а тут телефона уже не ловят. Это я виновата. У меня телефон был выключен. А ты же собирался уехать. Собирался. Да на автобус опоздал. А потом вот Тёма позвонил. А, спасибо, что приехал. Слушай, у Тёмки такой сложный возраст. Какой сложный возраст, мам? Может, встретимся, переговорим? Ну, давай, когда тебе удобно. Я пока в городе. Угу, хорошо. Спасибо. Пока, пап. Мам, надо было, не нужно, пожалуйста, ну, собаку оставим. Пока. Это аллергия вообще, не аллергия. Пожалуйста, и давай мы дома поговорим, все. Вася, на Кулубинске. Я не знаю, как вы двое, а я под бабой работать не собираюсь. Ты уже об этом говорил. Вы как хотите, а я пас. Ты что собираешься делать? Революцию замучишь? Рапорт подам об увольнении. И вам советую, и пусть тогда начальство думает, как им одна Латышева с генеральской дочкой с преступностью бороться будут. А если придумают? Ну, кто не рискует, тот не пьет пива. Я не понял, что, серьезно, что? Вполне серьезно. А чем-нибудь серьезным? Его Шурин уже давно управление по наркотикам зовет. Да? Во-во. Дай-ка бумажку тоже черкану. Сергеич, тебе бумагу дать? Ручка. Я тебя с собой возьму. Тут наркотики попробуешь. Спасибо, попил пивка. Дураки. Да нет у меня аллергии, если ты про это. И собаки теперь у меня тоже больше нет. Тём, я знаю, как ты хотел собаку. Я знаю, как ты полюбил Ричи. Ты можешь даже иногда видеться с ним. Но жить ему у нас в доме просто нельзя. Почему у меня аллергия именно на собак? Почему не на кошек? Я их все равно терпеть не могу. Просто так иногда бывает. Как так? Ну, так, что ты не можешь быть с тем, кого любишь. Ну, почему? Это же несправедливо. Да.
Так несправедлива жизнь. Спи. Анастасия Дмитриевна, здравствуйте. Вас беспокоит из приемного отделения городской клинической. К нам тут женщина поступила в травматологию, и у нее в кармане была ваша визитка. Капитан Рюмин, ГО. Все, я закончил. Ответил. Кто, Латышева? Да сам ты, Рюмин, Латышева. Бро, давай обмоем наше увольнение. Подожди. Лично. Друг, давай в следующий раз. Что, все ради какой-то бабы? Если бы ты знал, какой. Вот он. Угу. Алексей Васильевич, да. К вам тут из полиции. Майор Латышева, уголовный розыск. Да. Как она? Ее избили. Привезли из дома, скорую вызвала сама. Какие повреждения? Синяки, ушибы, повреждения шейного отдела, сотрясение мозга. Я могу с ней поговорить? Нет, сегодня точно нет. Угостили ее успокоительными. Угу. Пожалуйста, как только Дорман придет в себя, позвоните. Не меня ждешь случайно? Нет. Черт. Пусть будет и черт, если тебе так больше нравится. Мне вообще ни разу не нравится. Катя, извини. Я правда, я просто хотел с тобой встретиться. В неформальной обстановке. Встретился? Доволен? Все. Давай, я понимаю, не сейчас, не здесь. Давай завтра. Не завтра, не послезавтра, никогда. Посмотрим. 200 Джека, объясни. Ну и что там? Ольгу Дормана сбили. Кто? Муж-убивец? Да нет, он у нас с утра, мы его арестовали. И что? Признался. Да, сначала долго отпирался, я даже... Почти уже поверила, что это не он в машине сидел. Ага. А кто? Может быть, даже сама Ольга. Ну да. А потом сама себя избила. Вот это вряд ли. Ну, знаешь что, вот завтра утром сама у нее и узнаешь. Не дает мне покоя этот любовник, милая. Любовник не дает покоя. Иди поспи, будет покой. Кувалдина. Че Кувалдина? Псину свою забери, она все Мишкины деревяшки пожрет. Вообще мне одного домашнего питомца, во, выше крыши. Ну и чего ты смотришь на меня? О, всем привет. Прошу прощения за опоздание. Не понял, ты что теперь, дама с собачкой, что? Не смешно. Так получилось. Ты мой хороший, ты мой пушистый зверь. Сергеич, ну прости меня, да, я была не права вчера. Прости. Ну ты тоже хорош. Ты вел себя как Вальнов и Рюмин вместе взятые. Где они, кстати? Ты начальник, ты и руководи. Что, серьезно? Да они что, с ума сошли? Латышева. Да, да, конечно, я поняла, спасибо. Дорман пришла в себя, хочет дать показания. Лин, посидишь с ним? Конечно, я с тобой посижу. О! Ты же нас покинул. А мне еще рапорт не подписали. Угу. Ну, это, в принципе, недолго. А где Рюмин? Здорово. Переволновался на бюллетене. Только гадостью у всякой не корми. У
убери его отсюда, от моего стола. Убери, я говорю, у меня вообще, я их никак. Здравствуйте. Извините, что я без гостинцев. Как вы? Зачем вы арестовали Сашу? Дело в том, что он задержан по подозрению в убийстве Людмилы Стрижак. Это не он убил Милу. Оль, он признался сам. Это абсурд. Он меня защищал. Оль, от кого? От Яна. Яна Верьянов, одноклассник Саши. Любовник Милы. Подождите, вы же говорили, что нет любовника. Мало ли что я говорила. Я боялась. Верьянов мне угрожал. Он страшный человек. Это он убил Милу. В тот день Саша был на даче. А Верьянов пришел к нам, попросил машину, что ему нужно было перевезти какие-то там вещи. Угу. И я дала ему ключи. А потом я обнаружила в машине следы крови. Это он вас избил? Когда я сказала, что знаю, что случилось с Милой, он... Оль, успокойтесь, правда, вы в полной безопасности. Все, на сегодня достаточно. Доктор, мы даже не поговорили. Я прошу вас уйти, увидеть, в каком она состоянии. Да. Ян Аверьянов, он же Аверьян, осужден за убийство и разбой, отсидел 10 лет на зоне, полгода назад вышел. И уже вымогательство. Я уж не говорю о наших делах. Я вообще не понимаю, женщина, а вы куда смотрите? Сначала находите себе этих уголовников, а потом удивляетесь, что вас битые по башке бьют. Хотите сказать, что она сама напросилась? А что, не так, что ли? Не знаю, я считаю, что всегда виноват преступник, а не жертва. Даже если кому-то кажется, что жертва напросилась сама. Ну и правильно считаешь. Так, Аверьянов, получается, уже месяц в федеральном розыске, а его до сих пор найти не могут. Но зато мы точно знаем, что вчера вечером он был здесь. План перехвата объявили. У него была целая ночь, чтобы скрыться. Настя, все равно надо искать. Ай, Настя, Настя. Я вообще-то думал живым в отставку идти, а с тобой меня вперед ногами вынесут. Что такое говорить? Правду. Ты вообще-то головой думай. Если Вольнов с Рюминым уйдут, с кем ты останешься? Ничего, справлюсь как-нибудь. Ну вот именно как-нибудь. Ты одна в отделе останешься. Даже Сергеич этого не выдержит. Вот Сергеич как раз выдержит. И еще у меня есть Лина. Ой, Настя, два человека – это мало. Ну хорошо. У меня есть еще одна кандидатура. Она, правда, сейчас с участковой работает, но очень толковая. Она? Ой, ты что тут, бабье царство собираешься устроить? А в чем дело, Вадим Максимович? Вы что, шовинист? Делай ты, что хочешь. Твой отдел тебе и расхлебует. А где все, кстати? Где? Кто где? Аверьяна ищут. Ой, извините, это вот как раз она, кандидатура очень хорошая. Можно я... Иди. Спасибо. Алло, Катя, одну минутку, мне просто неудобно говорить, да. Похоже, наш таинственный любовник объявился. Да, только что звонила цветочница, сказала, что кто-то заказал огромный букет роз сорта Людмила. Да, я пробила. Это банкетный зал ресторана «Узоры». Я еду. Я тоже. Не надо, я своих ребят сейчас вызову. Простите, но бизнес-ланча у нас нет. Сударыня, зал закрыт. Договор? Я думаю, здесь это славянское. Здесь есть, посмотрите, есть и сербское. Простите, пожалуйста, я, наверное, ошиблась. Это Мила?
Здесь поминки, да? Вы ее родственник? Я очень сочувствую, это ужасная история. Садись, помянем. Садись, садись. Сумочку сюда. Я видел тебя во дворе у Милы, когда за портретом приходил. Еще девицу вашу ментовскую вырубил. Помянем. Это ведь вы Милу убили? Можно сказать и так. За что? И Ольгу вы избили. За что? За любовь. Привет, Катя. Ну вот и встретились в неформальной обстановке. Может, пообедаем? Я тебе уже говорила, что я никогда не буду с тобой ни завтракать, ни обедать, ни ужинать. Никогда не говори никогда. Ты как? Нормально. Вольнов, езжай в отдел и жди меня там. Я с вами поеду. Угу. Пообедаем? Или теперь уже поужинаем? Никогда. Я тебе все-таки жизнь спас! В операционную его быстрее. Доктор, он выживет? Делаем все возможное. Ждите здесь. Вы ко мне? Нет. Аверьянова ранили при задержании и... Нельзя, сюда нельзя, не надо. Оля, к нему нельзя сейчас, ну нельзя. Тихо. Оль, пойдем сядем, а? Садись. Садись. Может быть, воды, а? Все будет хорошо, слышите? Он сказал, что уедет. Он должен был уехать. Я не знала. Он избил вас из-за Милы.
И вы до сих пор его любите. Он был свидетелем на нашей свадьбе. Раньше никогда не встречала таких мужчин. А потом я 10 лет его ждала. Тайком ездила к нему в колонию. Потом он освободился, и мы хотели уехать. Появилась Милая, она реально все испортила. Вы узнали про роман с Милой? Захотели с ней поговорить? Да. Я сидела в машине, просто сидела, чтобы собраться силами. И увидела Милу. Она вышла погулять с собакой. А потом... Потом Батов ее похитил и увез. Мы поехали за ними, и когда он оставил ее на пустыре, вы поняли, что... Просто... Что это самое подходящее место, чтобы с ней поговорить? Слушай, ну прости. Я правда не собирался его тебя отбивать. Ну, просто... Просто у нас любовь, понимаешь? Какая любовь? Че ты мелешь? Это я его 10 лет ждала. А ты за сумочку с любым переспишь. Нет, дорогая. Никакие сумочки мне больше не нужны. Я люблю его, а он любит меня. Все просто. Да че ты мелешь, кобыла? Он с тобой разок переспит и выбросит. Молодое мясо пожует, выплюнет. Да, может, и выплюнет. Только твое старое никто и в рот не возьмет. Тебе одна дорога на бойню. Ты посмотри на себя. Тебе уже ничего не поможет. Никакой тюнинг. Все, подруга, конец скачкам. Ну, ты еще заплачь мне тут. Что ты как маленькая, да? Тебе пора студни варить, а не на мужиков вешаться. Изъяна бы у тебя все равно ничего не вышло. Я тут вообще ни при чем. Ты так считаешь, да? Да, я так считаю. Он тебя никогда не любил. Он тебя просто использовал. Он говорил, что от твоего целлюлита чуть импотентом не стал. Он так говорил, да? Да, он так говорил. Я же не буду тебе все пересказывать. Просто поверь мне на слово, как своей подруге. А мы подруги. Да, мы подруги. Ладно. Давай, вытирай сопли и поехали. Правда, уже надоело, а? Поехали в город. Сейчас поедем. Ритик. Бедный мой Ритик. Ой. Я же его там одного оставила, ты понимаешь? Как же он там, мой бедный Ритик. Я не понимаю, правда. Объясните мне. Он предал вас. Вы человека из-за него убили. Неужели это можно простить? Как ты любишь, все простишь. Доктор, как он? Мне очень жаль. Ничего нельзя было сделать. Ура! Ого! Ну что, Настя, с почином тебе? Ну как там наш парень? Пришел в себя? А Аверьянов умер. Как умер? Вот так. Он не убивал Милу. Ольга сама во всем призналась. Она очень-очень его любила. И сама познакомила его со Стрижак. Значит, все-таки любовь. Да. Ну какая?
Лин, не надо. Пойдем чайку попьем. Привет. Ты в порядке? В порядке. Ты что здесь делаешь? Не мог до тебя дозвониться. Говорят, у вас стреляли? Откуда знаешь? Город маленький. Так ты как? Нормально. Спасибо за беспокойство. Береги себя, хорошо? Хорошо, как скажешь. Пока. Вить. И ты береги себя. Буду, обещаю. Помнишь, Настя, когда я был этим самым? Ну что, друзья, поздравляю с блестящим раскрытием дела. Начальство мне уже телефон оборвал с своим поздравлением. Спасибо. Ну, приказ о твоем назначении будет подписан в понедельник. А пока исполняющий обязанности, поздравляю майора Ладышева. Ура, ура, ура! Спасибо, Вадим Максимович. И я вас тоже поздравляю с долгожданным заслуженным отдыхом. Поздравляю, Вадим Максимович. Да какой там отдых? Уговорили декана в нашу академию. Оперативно-розыскной факультет. Ну, вы там с ними так построже. Само собой, конечно. Ну что, а мы когда пойдем зажигать? О, молодежь, это без меня. В смысле зажигать? Ну, дело мы раскрыли, нового начальника получили. Ну и в конце концов, я же должна проставиться. Не, ну это отметить-то можно. Ну, конечно, можно! Можно, нужно. Вы что, не знаете? В Америке это называется тимбилдинг. Там в каждом полицейском участке... Все начинается. Привет. Привет. Ну, что, тебя можно поздравить с новой должностью? А, да, Жаров решил свалить все дела на меня. Ну, у него же внуки. Да нет у него никаких внуков. У него дочка недавно замуж вышла. Здравствуйте. Здрасте. Ну что ж, я пойду. Подожди. Ты чего сегодня вечером делаешь? Вечером? Ничего. Мы просто сегодня собираемся отмечать в клубе «Сладкая жизнь». Мы? Да, наше из отдела. Ну что ж, хорошо провести время. Пока. Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна. Здрасте. Здрасте. А Дорман, когда увидел свою машину во дворе, он понял, что это Оленька его и убила подругу. Но взял вину на себя. Оля, вот. Слушай, а зачем ты 39 Дорман что-то избил? Ну так она призналась ему. Зачем? Сидела тихо. Сила любви. Она думала, что он оценит. Не оценил. Какой красивый кулон. Правда? Спасибо. Ты знаешь, я хотела с тобой поговорить. У меня в отделе вакансия. Иди к нам работать. Ну, не всю же жизнь тебе участковых позебать. И потом, смотри, у нас форму носить не надо. Заманчиво. Ну что, по рукам? По рукам. Чего вы там стоите? Иди сюда. Слушай, а где ваш Вольнов? А, ну, боюсь, что он уже не наш. Ему сейчас точно не до веселья. Идите к нам. Девчонки, я с ума схожу просто. Я в ночном клубе и среди такого количества.
прекрасных женщин. Вот, именно это я и хотел сказать. Сергеевич, подари мне один танец, прошу тебя, пожалуйста. Это исключено. Ну, тогда тост, ребята, тост. Нет, подождите. Я должна вас кое с кем познакомить. Но, а что нас знакомить? Потому что товарища участкового не знаем, что ли? Вот именно. Ошибаешься, мать. Это не участковая. Это новый сотрудник нашего убойного отдела, капитан Аминова. Это что же получается? Бабское царство? Да, Сергеевич, бабье царство. Ну, понятно. Тогда за бабье царство с локтя. Поехали. Опа. Гусар, гусар, гусар. Сергеевич, Сергеевич. И за нас. И за любовь, девочки, за любовь. Сергеевич, пожалуйста, снимайте. Ну, девушка просит тебя, ну что, честное слово, девушка просит. Ну, какая она девушка? Она бронетранспортер. Сергеевич, перестань. Вообще-то обидно. Все, согласен. Я понял. Извиняюсь, ухожу в танцы. Давай, я их снимаю. Давай, давай. Иди. Ну давай. Спасибо. Я снимаю, ребят. Сергеич, а где Вольнов? По-моему, его здесь нет. Настя, ты куда? Я сейчас приду. А, ну давай. Все, я включаю. Меня пугаешь. Слушай, она меня пугает просто. Что там наделаешь? Забери меня отсюда. Ты же сказала, никогда не станешь со мной встречаться. А я не с тобой встречаться пришла. Я к бармену зашла. Не то же самое, что ему. Странное время и место для деловой встречи. Я забыла, что вы не любите совмещать приятное с полезным. Давайте к делу. Я слышала, что вы хотите добиться отмены приговора? Бросьте. Я не самый плохой адвокат, но никто нам с вами этого не позволит. Да я не хочу пересмотра. Мне нужно только, чтобы моя жена мне поверила. Так скажите ей об этом. Ну, хотите, я скажу. Вы? Боюсь, что этого будет недостаточно. Витя, вы же понимаете, как это рискованно? Ну и что? Я рисковый? Угу.
просто решил тебя поздравить. Увези меня отсюда. Куда? Куда хочешь. Вас подвезти? Да нет, я, пожалуй, пройдусь. Ладно, тогда до завтра. Если не передумаете. Я не передумаю. Да. Разворачивайся. Тройное убийство.